Святое место. Интересно. Да, пошла. Вот и славненький. Батька, к тебе гости. О-хо-хо-хо, вельможные паны. Вы бы хотя бы к моему приезду воздержались. Отец Алэйзи. То был бы грех тогда великий, сын мой. Вчера ж был святой праздник, воздвижение Христа Господня. И мы с братьями воздали должное, вознесли молитву. Уж вы завтра приедете? Но мы уже приехали. Извини. Ладно, пойду сменю облачение на более подобающее. Постыдились бы. Человек создан по образу и подобию Божьему. Чего стыдиться-то? Стыдиться-то нечего. За день с вашей помощью мы проносим адскую машину в клуб и устанавливаем ее в подвале, аккурат под тем местом, где все соберутся. Завод рассчитан на сутки. Установленное время чик, и товарищи маленькими пташками вознесутся в небесную коммуну. Не богохульствуй, сын мой. Виноват, падре. Конечно же, все бросятся к руинам, будут спасать начальство, в том числе и часовые. Но пока будет происходить весь этот бедлам, мы заходим в штаб, чистим сейф и уходим. Все. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба, и не споверг города сии, и все окрестности городов сиих, и всех жителей городов сиих. Господа, мне нравится. А как с отходом? Лагерь тут же оцепит, тогда что? Ну да, цепит. Только, я думаю, минут 15 у нас будет. Если, конечно, найдем хорошего специалиста по сейфу. Шнифер? Да, Шнифер. Шнифер. Мои монахи знают много ремесел, благо Господь щедр на талант. Он, брат Близна, одним ударом кулака вскрывает сейфы. Мы, как с ним помнится, в Кракове
брали адвокатскую контору, плаксый сын. Дозвольте, отец Алоизи. Входи, сестра моя. Народ приходит, пан аббат. Народ спрашивает, о чем нынче проповедь. Давай, лопай быстрее. Люди черт знает, откуда пришли. Им не налей, похмелиться надо. Миль пардон, господа, но ей-богу, никаких сил, а мне еще обедню служить. Давай, сестра моя. Живите терпение, дети мои. Бога не забывайте, а большевиков не слушайте. И не верьте им, ибо они слуги Антихриста. А как настанет час, бейте их, демонов, без всякого сожаления. Господь терпелив, но ему ведь тоже большевики надоели. Об этом варшавскому епископу поведал Папа Римский, а ему, в свою очередь, сам апостол Петр и велел готовиться. Готовьтесь, дети мои, готовьтесь. А как настанет час, бейте их, окаянных, чем Бог пошлет, хоть киркой, хоть лопатой. Хоть поленом. Все. Батька. Черт. Бенефициат вобис деус. Амен. Амен. Вина принеси мне. Послушайте, аббат, вы все-таки находитесь в храме. Побойтесь Бога. Полагаю, его нет. Вот тут вот как раз я с большевиками солидарен. А если есть, то у меня посерьезнее грехи найдутся. Кстати, как я выступил? С вас бы за агитацию отдельно взять. Подойдите ко мне, дети мои. Вот, пожалуйста. Рекомендую как раз для нашего дельца. С Богданом вы уже знакомы, это близна, который вас встречал. А это сестра Гражина, в миру Фоска. Женщина, я его не брал. А вы здесь вы ошибаетесь. Девица народ нежный, отвлекающий. Даром, что ли, она Фоск? Вы, кстати, знаете, что есть Фоска? Это ж мелкая карта, сошка. Шестерка, двойка, мусор. Но при козырной ситуации может покрыть и туза. И такие крыла? Правда, куколка? Что это за дьё? Веселенькая. Тебе понравится. Я и сам пойду. Давно не радовался. Прошу, господа. Интересный этот человек, Алоизий. Артист. Правда, что ли? Говорит, в молодости на сцене играл. Вообще аферист каких мало. Год назад своей шайкой в монастыре поселился. Монахи войну разбежались, а они обжились. Как считаешь, доверять ему можно? В деле проверен, народ у нее отчаянный, грабежом промышляет. Разбоем по ту эту сторону границы. Но человек полезный. Хоть обходится нам недешево. Стой! Стой! Бывай. Давай. Езжай. Да, пошла. Нужен взрывной механизм с часовым заводом. С запасом хода на сутки. Секунды мне казенные предлагал, но я отказался.
Правильно, шарахнет, не пойми когда. Да. Ну так что, сделаешь? Да. Есть у меня хронометр швейцарский, еще в Варшаве брал по случаю. Как знал, пригодится. На вечер справишься? Конечно. Ну тогда, бывай. Степа! Степ! Да, сейчас. Сейчас я. Спишь, что ли? А? Да нет, сейчас. Слушай, надо поговорить. Ага. Чего? О, пан Галецкий. А я тут зашла к вашему другу чайку попить. А чая-то у вас и нет. Ну, ничего. Вот увидите, я вас здесь все очень прелестно устрою. Стефан? Не провожай меня. Мама. Степа! Пришла. Я, ну, короче, я, ну. Да, против такой не устоишь. Ну, я. Прям набросилась на меня, видишь? Я, понятно, замлел. Знаешь, я не держу ее руками. А сам боюсь ей вообще, ну, больно сделать. Или какие-то неудобства причинить. А ты видел, какая вообще вот хрупкая, как куколка. Сказал, еще придет. Степа, я хотел тебе сказать. Подожди. Только бы забить, ладно? Может, ты съедешь, а? Ну, просто пойми, если она будет приходить, а ну как мы тут все вместе-то? Я съеду, Степ. Да? Я сам об этом думал. Правда? Да. Ну, только без обид, Ян. Какая удача, пан Клоп, что я вас встретил. Я совершенно не представлял, где мне сегодня ночевать. Как же друг пана Андрея, я обязан помочь. К тому же у меня имеется комната. Такая приличная комната у такой приличной дамы. Ну, прошу, пан. То такая дама, пан Галицкий, только вы не бойтесь ее. Потому как она только с виду. Ее не надо бояться. Ее надо понять. Бонжур, пани Цыпкис. У меня до вас хорошая новость. Ай, оставьте, Соломон. Где их взять сегодня хорошие? Но вы ведь хотели приличного жильца. Я хотела родиться графиней Потоцкой. Ничего же не вышло. Это он. Когда я сказал, что у пани Цыпкис имеется приличная комната под приличного жильца, этот юноша воскликнул: умоляю, умоляю. Позвольте рекомендоваться. Галецкий Януш Казимирович. Допустим. Красавчик. Служите? Никак нет, не служу. Временно. Допустим, чтобы... Иметь такой профиль не обязательно служить. С таким профилем можно встать на содержании к одной богатой пани. Но только не к пане Цыпкис я беру вперед. Вы имеете платить вперед? Хоть за всю жизнь, пани. Пойдемте, я покажу вам апартамент. Доброе утро, пани Цыпкис. Доброе утро. Ванная тут, уборная тут. Дергайте аккуратно, а то отлетает. Давайте швычи, пан Циммерман, а то у меня мурашки. Это у меня мурашки, когда я вижу такой кошмар. Эр Циммерман, у вас же дверь открыта, так ей сквозит? Прошу, пан. Фрау Зося, пожалуйста, сделайте мне
улыбку страсти, так, чтоб у меня от любви пошли мурашки. Белье и стол в те же деньги. Если пан всем довольный, я попрошу аванс. Я доволен, пани Цыпкис. Через полчаса прошу к ужину. Забыла. На всякий случай. Сюда никаких девочек. Здесь приличный пансион. А как же... Что? А, вы за герр Циммермана. Он художник, ему надо. Допустим, если интересуетесь насчет девочек, я не имею против, но не здесь. Там через улицу есть бордель пани Матильда. Солидное заведение, и не так, чтобы очень дорого. Нет, спасибо. У вас есть невеста? У меня нет невесты. И девочки меня не интересуют. Так что вы не беспокойтесь. А я как раз беспокоюсь. Чем же ж вы интересуетесь, что уже не надо девочек? Такой молодой человек должен получать радость от жизни. А то будете на старости, как пан Клоп. Останетесь при скрипке и при собаке. Все, я ухожу. Я за тобой, брат. Садись. Генерал приказал тебе доставить в лагерь. Садись. Зачем? Не знаю, я приказал. Садись. Надеюсь, это насчет Елены. Надо бы переодеться. Хорошо, только быстро. Поехали. Интересуетесь, почему я вас сюда позвал? Вы мне интересны. Вы вовлечены в серьезные события. А я до сих пор не знаю, что вы за человек. Самый обыкновенный. Дезертир. Потом бандит, так? Так. Бросились спасать мою жену. Это говорит о том, что вы не лишены благородства. Все ваши поступки не поддаются никакой логике. А, поручик? Ваше превосходительство, наверное, я бы и сам не мог определить, от чего поступал так или иначе. Что-то определяло случайность, что-то глупость. Может быть, единственное, что я сделал осознанно, покинул армию. Почему? Понял бессмысленность борьбы, при том, что я поляк. А у поляков хватает обид на Россию. Но я русский офицер. И с большевиками воевал, как русский офицер. До тех пор, пока не понял, что нам не победить. Потому что за большевиками народ обманутый, вероятно. Но он с ними. Разве это не очевидно? А сейчас вы действуете против этого народа. Ваше благородие, по вашему приказанию, веренное мне расстрельное подразделение построено. Разрешите исполнять, фельдфебель Агафонов. Разрешаю. Ваше предсказательство, разрешите доложить.
согласно вашему приказу, приступили к экзекуции. Решите продолжить? Разрешаю. Полковник поручил вам дело мобилизационного плана, но что, как вы считаете, это возможно? Так точно. Дело не безнадежное, хотя и рискованное. Ну, вам-то к риску не привыкать. Готов! В отличие от вас, поручик, я не настолько уверен в верности народа большевикам. Цель! Народ нужно привести в чувство. Приведем. Блин! Завтра в 9 жду вас с полковником у себя в штабе. Изложите свои предложения. Плахов отвезет вас в город. Ну, пошла. О чем он с тобой разговаривал? О Елене? Нет. О чем? О жизни, о смерти. А о ней? Не понимаю я его. Хоть убей, не понимаю. Жаль, что в прошлый раз не получилось. Ничего, поручик. Все образуется. Главное, чтобы она пребывала в безопасности. Это самое главное. А ты меня не бойся. Пустите. Ну, проходи. Да ты не бойся, держи по-доброму. Давай, ну. Пустите, ну, шеф! Давай, ну. Не подходите! Так. Ты что, значит, по-доброму не хочешь? Ладно, курва. Куда ты денешься? Ты что, думаешь, тебя твой генерал покрывать будет? Что? А ты не надейся. Как пришло известие, что она погибла, я решил, что все. Ее нет, и тебе плохо жить не обязательно. Рамовский тогда окаменел, а я наоборот. Стал метаться, как горячённый. Во все дела лез, самые аховые. Думал, вот сейчас точно убьют. Знаешь, как в романах пишут. Искал смерти на поле брани. А ну все никак. А потом как-то... Существую. А ты мне принес весть, что жива. И это прекрасно. Что это прекрасно? Так что? Нет, то, что она жива, это, конечно, прекрасно, но ты же понимаешь, что она не твоя. И никогда не будет. Не моя. И никогда не будет. Никогда. Это правда. Мама, куда мы уезжаем? Не знаю, Машенька, просто уезжаем. К папе? Нет. Ты только молчи, хорошо? Ну, потихоньку, ладно? По секрету. По секрету. По секрету. Пойдем.
Давай, иди ко мне, моя хорошая. Мам, я боюсь. Не бойся, не бойся, бежим. Пойдем. Пойдем, Машенька. Мама, когда придем? Терпи немножко. Я уже терплю, терплю. Я уже скоро не смогу потерпеть. Еще чуть-чуть, моя хорошая. Потерпи, ладно? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Нам нужна комната. Да, ключ мне. Срочно в Москву отбей. Ага. Шифровать, товарищ Шилов? Понял. Есть. А ты зачем пришел? Это, доложить. Ну, так докладывай. Не доглядел я. Виноват, товарищ Шилов. Что? Сбежала она. Обманула контра. Она сбежала. Я не доглядел, товарищ Шилов. Идем. Товарищ Шилов, я виноват, контра. Она... Я не доглядел. Она обманула. Я не доглядел. Заходьте. Дверь изнутри чем-нибудь прикройте, а то, не дай бог, кто уломится, дитё перелякуя. А так у нас тихо, спокойно. Ты помогла им. Куда они пошли? Говори, мать, не томи душу. Я не знаю. Ну, чё мне тебя, чека, на допрос тащить? Хочешь, тягни. И его також. Вилиз до неї кобель. А вона настрашилася і втікла. Врет она. Брешешь ты, курва! Не брешу я. Бачила. Бреша она, товарищ Шилов. Ну-ка, идем, голубь. Я тебе нюх натру. Она контра, она сама виновата. Это, она и виновата сама контра. Иди сюда. Иди сюда, иди, не бойся. Генеральшу захотелось, понимаю. Ты же у нас власть. А? Можно, да? Ты же у нас из себя красавец. Вот сюда. Красавец. Ну, красавец. Вот. Чего морду воротишь? В подвал его сжать не давать. Паскуда. Пошли всех. И чтоб из-под земли. Да понял я. Вставай, кобель, а? Вставай, как я сказал! Уже
уже день, а ты все спишь. Все? Уже не сплю. Слушай. Ну что тебе этот секунда? Че? Да прижал он меня, Степа. Крепко прижал. Так прижал, что не вывернешься. Дай смыться. Куда? Раньше мог, а сейчас нет. Сбежать — это значит от всего отказаться. Паночки из Ставков, да? Нет, ну чё, я же не слепой, ну. Ну, тогда с Хвальчуком из-за неё там позапались. Чё, в Ставки постоянно едешь, ну, я же вижу, чё. Подожди, так это что получается? Ну, ты что, чё, всю жизнь уже на эту секунду батрачишь, что ли? Ты знаешь, Стёп, здесь как карты ляжет. В этой скверной раздаче есть один плюс. Да. Пан полковник хорошо платит. Ах. Сколько хорошо? Ух ты! Ты же, да там эти помощники-то не нужны, а, Янг? Ну же, давай, бери меня в долю. А ты не передумаешь? А что я передумал? Дело-то опасное. Чё-то я сам опасный. Ну. Не один? Нет, не могу. Месье Циммерман пригласил меня к себе. Зачем? Но хочет показать мне настоящее искусство. Ага. Гретхен, посмотрите, какая нежная, как маленькая овечка. А вот здесь она вроде бы у ручья. Моет ножку. А вот здесь Гретхен собрала букет и уснула на травке. Ну, что скажете? Прекрасно. А вот еще, Брунхильда, Валькирия. А вот здесь она совсем без одежды. Ну, мид фото, с фотоаппаратом. А есть еще? Достаточно, пан Циммерман. Я впечатлен. А, данки, данки, данки. Герр Галицкий, Герр Галицкий, у меня к вам есть серьезное деловое предложение. Чем я могу быть вам полезен? Герр Галицкий, вы занимаетесь контрабандой? Вы есть шмуглер? Я? Я. Натюрлих. Я давно хочу наладить туда поставки, но у меня нету достойного компаньона. Это очень хороший коммерс, Герр Галицкий. Большевики ничего подобного не издают. А в Плуцке огромное количество молодых офицеров и солдат, они томятся. Вы думаете? Иначе не может быть. Если у вас в Плуцке есть честный торговец, то у нас есть
Good commerce. Прошу. Что скажете? Ну, я не знаю. Ай, момент. Ай, момент. Так, 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 так. Что? Немножко вот так. О! Что вы делаете? Прекрасно, прекрасно. Прекрасно, ай, момент. Я надеюсь, мне не придется раздеваться. Только портрет, только портрет на память. Смотрите, какая красота. Солдаты за такое будут отдавать по 5 рублей за штуку. Как думаешь, Бедь, понравится? Боже ж мой, и вы взяли такую пакость. Слава богу, Бася не видит. И много вы имеете этого. На первый раз только для пробы. Ну, что же, можно, можно спробовать, можно спробовать. По гранградке как раз сборы, и за 5 минут вы все это сторгуете. Главное туда попасть. Я бы хотел знать, какой мой интерес с этой гадости, какой я буду иметь гешефт. Ну, я думаю, можно работать и с половиной. Давай. Да? Давайте, да. Давайте, давайте. Пан Боня. Да. Возьмите меня с собой. Вас? Меня. А? У меня есть там кое-какой интерес. Так и да. Пусть тогда и у меня будет свой интерес. Угу. Считайте, что уже есть. Чтоб я так жил. Да? Чтоб я так жил, как приятно. Как приятно сам. Ну что ты представь, сучка, со своей коровой, пацан. На, не шмапки косы, вот что так. Это кто? Это племянник. Помогает дяде. Принес? Ну, а когда Боня сказал и не сделал. Конечно, принес, товарищ дорогой. Вы будете очень-очень довольны. И супруга ваша будет тоже всем довольна. И позвольте мне вам сделать презент. Вы, как человек со вкусом, будете иметь удовольствие. Хорошо. У меня к вам есть деловое предложение. И погуляй мне с товарищем боком. Надо за работу поговорить. Только недалеко, не дай бог, караул прихватит. Ну, понял? А мы с вами должны поговорить предметно по поводу этих девок. Так вот, так у меня встречное предложение. Все чисто. Давай у тебя на все 3 минуты, не больше. Больше не нужно. Мы
минуточку, давайте все сначала. Давайте, вы помните, давайте тверже, громче, революционнее, товарищи. Давайте, пожалуйста. Наш паровоз вперед летит. Жестче! Кому не остановить? Да лича смотрим! Нет у нас пути, в руках у нас винтов. Все-то! Мы эти те, кто воевал за красные. Да лича смотрим! Дряды, кто паровозы оставлял, идя на баррикады. И наш паровоз вперед летит, кому молодцы, товарищи. Спасибо. Где тебя черти носят? Я договорился. Слышь, Петя, он сотню уберет. Пан Буня. Ну? За это дома поговорим. Дома. Дома? Ну, так. Идем. Домой, соточка. Сотня, ты представляешь? Супер. Мы поднимемся. Это будет большие деньги. Яныш, пан Галицкий, стой, какая встреча. А пан Ковальчук уехал в Варшаву. Обещал мне привезти нечто необыкновенное. Вы представляете, в Париже нынче режут юбки выше колен. Как вы думаете, я окончательно погублю свою репутацию? Жена Цезаря вне подозрений. Вечно вы скажете какую-нибудь гадость. Идемте, нам нужно с вами поговорить. Ребят, ну с чего вы взяли то, что я намерен втягивать его в какие-то свои, как вы выразились, гнусные делишки? А разве нет? Ребят, простите. Он мне сам сказал. Он решил озолотиться с вашей помощью. Он ребенок. Огромное животное, вроде теленка. Он, конечно, решил, что он мамник. Но на самом деле, я знаю, у вас там дела с Франтишеком, да? Да, да. Вот и на здоровье. А его не смеете. Вы выкрутитесь, а он погибнет. Вы влюбились? Кто? Я? Да, вы влюбились. Ты что, с ума сошли, что ли? Слушайте, вообще, какое вам дело? Вы сами мною пренебрегли. Ну, я не пренебрег. Я просто не посмел воспользоваться. Ну, он такой неловкий. Оставьте его мне. Хорошо. Влюбился. Давайте говорить на чистоту, Виктор Алексеевич. У меня самого имеется причина ускорить выступление. Вы знаете историю моего сына. Он уже год в лагере. Все мои попытки договориться с красными ничего не дали. Так что я, как никто, заинтересован в скорейшей реализации наших планов. Ну, тут наши планы совпадают. А за слам не думай. Слам чистый, спорщик, сам наш. А товар чего-то? Рожью. И сдам по-божески. Когда? Завтра на ту сторону схожу. И сразу к тебе. Простите. Чего, Цыпа? Вы мне нужны. На кой? Вот. Чего это? Нам с дочкой надо в Польшу. Вы там бываете, я слышала. Если поможете, это ваше. Что? Не живется с красными, барыня? Вы поможете? Завтра к вечеру жди. Какое жилье? Где?
Я все и сказал, что ты с мадам какой-то пошел. Слухай сюда. Там в 7-м номере барыня с дочкой. Здесь сиди. Надумают уйти, не допусти. Понял? Понял. А ты куда? Так, сбегаю. Если бы нам удалось получить мобилизационный план красных, это дало бы колоссальные преимущества. Расположение частей, их численность, вооружение, взаимодействие. Если бы учесть все это и внести тактические корректировки, жертв с нашей стороны было бы несоизмеримо меньше. С нашей стороны? Что? Жертвы будут не с вашей, а с нашей стороны. Осмелюсь напомнить, что финансирование вашей жертвенной деятельности целиком лежит на нас. Именно что жертвенный. Вы вложили в это слово иронию, это цинично. Да, жертвы будут. Колоссальные жертвы, несмотря на то, узнаем мы большевистские секреты или будем ломиться вслепую, но жертвы будут. И вам это известно. А если помощь не будет оказана, мы продержимся максимум месяц, и то, если нас народ поддержит. А если вы нас бросите, весь наш этот рейд превратится в рейд обреченных. В поход мертвецов. С такими мыслями идти в бой, генерал, я настаиваю на соблюдении оговоренных сроков. Вы выступите в ноябре. Это приказ, генерал. Что же, гражданка Ромовская, а? Мы с товарищами вас ждем, ждем, а вы все не едете и не едете.
животное. У меня отличная идея. Сегодня ночью ты придешь ко мне. Хорошо. Да? Домой. Полковник уезжает до завтрашнего вечера. Ты придешь ровно в полночь. Нет, я туда не пойду. Я приказываю. Зачем? Здесь же лучше. Ничего не лучше. Я так хочу. А если он узнает? Даже жалко, что он не узнает. Все, чего жалко? Не важно. Ты придешь? Или я ухожу? Сейчас же. Ну? Ну, может, там, с стражей. Дурачок. Они же не поднимаются к нам в покое. Я тебя пущу через черный ход. Не исключи от всех дверей. А если ты хочешь, я... Ух ты! Как тебе мое гнездышко? Не нравится? Как во сне. Thank you.
Кто ваш любовник? Что? Отвечайте. Кто он? Что? Галицкий. Вы с ума сошли? Вы испугали меня. Это Галицкий? Отвечай. Это вы стреляли? Твой любовник только что обчистил мой сейф. Вы больны? Вам уже мерещатся мои любовники. Аж ты, курва, взял меня, выскочил через окно. Шлюха? Кто меня сделал шлюхой? Забыли? Сами вы шлюха. Вы думаете, я не знаю про ваших Брунгильд? Пошел вон. Он украл документы, важные документы, смертельно важные. Я и говорю, это был вор. Идите и ищите его, только не в моей спальне. Бессонница. Но это не значит, что я должна караулить ваших гостей, пан Галецкий. Какие гости? Я бы еще поняла, если бы от вас выбежала какая-никакая раздетая барышня.
Но когда среди ночи до вас прибегает раздетый мужчина, это уже чересчур. Ко мне мужчина? Мужчина? Абсолютно голый и весь дрожит. Подождите, пани Цыпкис, какой мужчина? Может, и не такой плохой была бы я молода. Идите, он там сидит, а я пошла спать. Спокойной ночи. Степа. Что случилось? Янок, мне конец. Я вообще не понимаю, как это произошло. Знаешь, как ключи увидел, все вот как подменили. Думал, все по-тихому пройдет, а. Самое главное, вон, денег кот наплакал. Ребят меня убьет. И полковник тоже. Он тебя видел? Да ну, вроде нет, я как в окошко сиганул. Я думал, что-то стоящее. Цацки какие-нибудь. Цацки-пацки. Степа, ты же гений. Чего? Тебе ж цены нет. Чего? Если Беата захочет тебя убить, сначала ей придется убить меня. Ну ничего хорошего. Убьет обоих. А что ты смеешься? Бяточка. Подонок. Тварь. Вор. Скотина. Бяточка. Убью. Вор. Тварь. Открой. Рвоты, открой. Я убью тебя. Животные. Господи. Почему же мне всегда попадается одни только ничтожества, господи? Ну чем же я так провинилась? Беачка. Никому я не нужна, никому. Я проклята. Беачка, ну... Ну и можно только пользоваться! Почему меня нельзя просто любить? Такой же, как все. Прокрался в дом. Залезть в сейф. Ты вошел ко мне для того, чтобы красть.
деточки, я клянусь. Возможно, за мной какая-то мычка! Да нет же! Зачем ты полез в сейф? Ну я же говорю, случайно! Случайно! Я клянусь тебе! Случайно взял ключи и полез! Да! Открой! Открой, животное! Открой! Открой, животное! Открой! Деточка, я люблю тебя. Прости меня. Деточка. Ян! Сейчас. Ну где ты хочешь? Я тебя целый час жду. Ну. Что опять? Пойдем, здесь такое. Шляпа не моя. Слушай, Степ, хватит пить, а? Ты понимаешь, она живет с этим гнусом. Спят, конечно, порознь, но... Ох, мне ты это в коридоре не догнал. Я по ему положить башку проломил. Принеси еще! Не надо ничего нести. Она просто ненормальная какая-то. Поэтому и такая. Какая такая? Ну, она... И обычная, что ли? Я вообще ее поначалу боялся. Очень боялся. А сейчас не боюсь. Знаешь, почему? Почему? Потому что я полюбил ее. Почему? Понимаешь? Знаешь, что сказать? Скажи. Так ты не смейся, я тебя убью. Стёп, ну ты чего? Она меня тоже полюбила. Так что ж тут смешного-то, Стёпа? Так... Стёпа. Яна, как ты не понимаешь, что... Стёпа. Это кто я, кто она, ну? Стёпа. Стёп, ну почему ты думаешь, что в тебя невозможно влюбиться? Ну почему? Ты ж... Ты посмотри на себя. Ты ж красавец, Стёп. Да? Конечно. Думаешь? Конечно. Я вообще думаю, Стёп, что ей необходимо любить. Она же почему такая, вот как ты выразился, такая сумасбродная? Потому что мучается. Без любви мучается, Стёп. Слушай, давай его прибью, а? Ну, смотри, ей хорошо будет. Ему так спокойнее. Он кровь постоянно ей пьет. Он марафет нюхает, всяким борделем, всяким паскудством занимается, понимаешь? Да кто по борделям? Секунду, что ли? Я тебе говорю, ну! Стёпа! Я тебе говорю. У Беата раньше служанка служила. У пани Матильды, так она рассказывала. Он в бордель к Тане ходит. Он там ты, на корячках ползает, а его там лупцуют. Как это лупцуют? Да вот так. Как кобылу кнутом бьют. Давай прибью, а? Теперь уже не знаю, все. Давай с полочкой вернемся и подумаем. Хорошо подумай. Сейчас успокоился. Теперь давай домой спать. Хорошо? Все? Давай. Стёпа! По моим расчетам, все должно занять не более получаса. Если, конечно, удастся уйти незаметно. Еще через полчаса мы будем у границы. Ну, а если придется отстреливаться, хорошо бы иметь у границы поддержку. Ничего не переживайте. Вас будут поддерживать люди ротмистра Сычева. Слушаюсь. Надеюсь, участие в совместном деле наконец... Наконец примирит вас, поручик. Я благодарю вас, господа.
Что-то вы не в духе, пан полковник. Хандрить перед рискованной операцией — скверная примета. Вы когда нынче ночью вернулись? Под утро, а что? По которому часу? Уже светало. Два слова, поручик. Конечно. Простите. Я слушаю. Вы, конечно, не приняли всерьез слова его превосходительства о примирении. Конечно, не принял. Надеюсь. Я тогда раз думаю, вы забыли. Выстрел все еще за вами. Ты еще никак не уймешься? Я помню. Вы сейчас хотите, чтобы я застрелился? Боюсь, не смогу доставить вам такое удовольствие. Совершенно нет времени, как и у вас. Но я помню. Оставил бы ты его в покое. Не люблю таких. Каких? Сказать не могу. Чувствую. Сволочь. Никакой он не сволочь. Это ты дурак. А я замечательный человек. Умница. Ну вот я хочу посмотреть, как этот умница вышибет себе мозги. Проходите смело. Бумаги настоящие, изготовлены в штабе округа. Так, а форма? Форму я приготовил. Вы трое, артельщики, подрядились на ремонт водопровода. Это наряд на работы, он настоящий. Помощник командира роты? А мне кажется, что это как-то не солидно при моем сане. Ладно. Давайте, излагайте, как вы будете подставлять нас под чекистские пули. Взрыватель выставлен ровно на 10:00. Рванет, на все про все у нас будет 10 минут. Иначе действительно, все будет как по слову пастыря. Ты че? Че-че? Пристрелят тебя, вот че. Нравлюсь? Да просто вижу, хорошая девушка. Так ты б, товарищ, ее в деле попробовал. Раненых на раз укладывает, не то что здоровых. Проходите, товарищ. Моя. Сама. Раз, два. А у вас здесь природа, лес. Да, места грибные. Рыба. Прошу вас. Рыба. Прошу вас. Васька, командиру. Есть! Чесанул, сукин кот. Не хочет в царство небесное. Разрешите, Тимофей Федорович, я ему личную отправку организую. Давай, давай. Можешь. Заслужил. Стараюсь. Да не ты, он заслужил. И оба молодцы.
настроение. Браток, дай папироску. Граждане-диверсанты прибыли в полном составе. Девять ноль ноль. Пора наших отцов-командиров к смерти готовить. Пошли, пошли, пошли. Твою мать, а? Что ты? Раз зубы скалит. Садитесь, товарищи. Начинаем наше совещание. Эйштерн, позвольте, я сделаю короткое объявление. Объявление? Что, срочно? Необходимость. Давайте. Слушаем вас. Товарищи, кто меня не знает, начальник Плутского ГПУ Шилов. Ровно через 55 минут здесь все взлетит на воздух. Здание клуба заминировано. Спокойно, товарищи, тихо, спокойно. Враг решил нанести нам подлый удар в спину. Но мы, конечно, этого не допустим. Меры приняты. Поэтому прошу соблюдать вас революционную выдержку. Секунду, я попью. Шилов, Шилов. Нужно немедленно очистить помещение. Никак нет, товарищ Стерн, нельзя. Что нельзя? Что вы намерены предпринять? Откровенно говоря, я намерен всех вас тут убить. Шилов, что вы несете? Тихо, товарищи! Тихо! Вы что, с ума сошли? Я приказываю немедленно очистить помещение и начать разминирование. Выполняйте! Никак нет, товарищ Стерн. Что? Вот. Что вы суете мне? Товарищи, операция санкционирована самим товарищем Дзержинским. У товарища Шилова особое полномочие. Приказываю всем исполнять распоряжение. Что от нас требуется? Раздевайся, товарищ. Где их? В 20 верстах отсюда. Ликвидация банды Ярошенко. Так, времени в обрез, товарищи. Сейчас мои люди проводят вас в безопасное место. Ну, а товарищи наши, погибшие, послужат нашему делу. Последний раз послужат. Вы позволите ваш портсигар? Что? Портсигар. Зачем? Для общего дела. Все спокойно вроде. Должно получиться. Yeah.
что? Нет, все побежали. Побежал туда, быстро, хватай носилки! Давайте, давайте, давайте! Сужайте, давайте, давайте! В эту дверь! Батька, дай обдарю. Да почекай, почекай. Все должно быть правдоподобно. Караульный! Ну? Есть. Это я была. Самаич. Сколько там человек осталось? Живой? Давай на свете, что толпитесь там! Потеряли мы. Товарища Штерна. Я не знаю, кто за него ответит, но ответит. Сработало. А? Нам спасение. Куча. Там за нами погоня. Человек 10. Если до реки дотянуть, считаю, целели. За рекой мои сидят. Ну что?
Везучий. Господа, господа, давайте сделаем паузу. Нам с товарищ Фоской уже действительно пора. Мы и так на утреннюю службу опоздали, то хоть на вечернюю молитву поспеем. Красивая вещь. Держите, сын мой, и постарайтесь больше не грешить. Да, и если что-нибудь затеете в этом духе, милости прошу в нашу обитель. Непременно. Храни Господь вас. Храни вас Господь. А я уж думал, что вы меня тогда решили. Это было бы нечестно. Да и скучно. Нет, уж вы как-нибудь сами. Желаете прямо сейчас? Не желаю. До поры мне запрещено вас трогать. Но вы не думаете, что я все списал. А я и не думаю. Выстрел Пушкина. Читали, конечно. Вот у нас с вами такая же история. Вы застрелитесь, даже не сомневайтесь. Но тогда, когда я вам скажу. Что ж, давайте за вас. Да. Поздравляю. Месье Клуб, извините, но чтоб это в последний раз. Отстаньте. Ничего не отстаньте. Вы питаетесь. А с животными не положено. Не положено. У меня в контракте прописано стол. Стол на вас, а не на животные. Кто животное, еще посмотри. Даже с моего стола я могу угощать, кого пожелаю. Мы и вас можем угостить. Дай жужу. Только нам будет противно смотреть, как вы жрете. Что, жужа, обложил мерзавца? Так ему так, на. Вы же знаете, что ей этого нельзя. Ничего, ишь, как лопает. У нее ж колики. Правильно, вы же и овсянки кормите, как птичку. Она хищница, да, жужа, как все дамы. Что, господин Клоп, как пани Цыпкис, уже имеете взаимность? Пан Андрей, ну, за такое нельзя говорить на людях. Ну, что же вы такой робкий? Как я вас учил? Наскок, аллюр, три креста и кавалерия заходит с тылу. Какая с меня кавалерия? Ну, вы же артист. Ну, сыграйте кавалериста. Ой, с моим фасадом я могу сыграть старую клячу. Мое почтение. Всего доброго. Мое почтение. Влюблен в свою квартирную хозяйку, но никак не может открыться. Все у нас в штабе. Только вас и говорят за вас. Весьма полезный молодой офицер. Я бы желал познакомиться с ним поближе, полковник. Может быть, он сможет помочь моему сыну. Маша! А вот эту отгадай. Знаю точно я сама, после осени. Дела! Правильно. Маша! Маша, иди ко мне. Мама! А мы тут курочек кормим. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. С добрым утром. Простите, вы кто? Почему нас здесь держат? Я Шилов Тимофей Федорович. Сейчас все объясню, Елена Васильевна, все расскажу. Вот чаю попьем, за чаем и расскажу.
Овсюк, ты чего копаешься? Мы чаю хотим. Так я это мигом. Ну, хорошо. Может быть, в дом пройдем? Может, беги. Давай, 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 давай. Я начальник здешнего ОГПУ Шилов. Ну вот, испугались. Мне ведь только поговорить с вами. О чем вы хотите со мной поговорить? Так о чем? О супруге вашем, Виктор Алексеевич. Я благодарю вас, поручик. То, что вы сделали, трудно переоценить, учитывая ситуацию. Господа, я так полагаю, господин Галицкий заслуживает нашего с вами откровенности. В ближайшее время, поручик, мы начинаем боевые действия. Полномасштабная войсковая операция, целью которой является захват значительной территории большевиков здесь, в Белоруссии и в Украине. Поэтому добытые вами документы более чем ко времени. То, что вы сделали, заслуживает всяческих похвал, но все же я рассчитываю, я буду рад, если вы присоединитесь к нашему отчаянному мероприятию в вашем прямом качестве боевого офицера. Я благодарю вас. Вы свободны. Чего вы хотите от меня? Елена Васильевна, напишите письмо. Какое письмо? Кому? Супругу вашему, Виктору Алексеевичу. Я не понимаю. Очень просто. Напишите, уговорите его отказаться. Отказаться от чего? От своих планов. Напишите. Я сам вас отвезу, вас с Марусей, к нему. Вам нужно подумать? Мне не о чем думать. И писать ему я не буду. Вас видеть, панна Ирена. Здравствуйте. Вы не приезжаете, забыли нас? Никак нет. Я не мог. Но я все время думал о вас, панна Ирена. Вы пропали, а я даже не знаю, где вы живете. Простите меня, но я действительно не мог. Простите. Прощу, если сегодня же приедете к нам. Сейчас? Я обязательно приеду, но чуть позже. Правда, правда. Обещаю. У меня сегодня именины.
Магда торт испекла с марципаном. Помнишь? Или ты не хочешь? Стой! Я хотел бы купить цветы. Здравствуйте. Вот этих? Конечно. Спасибо. До свидания. С днем ангела. Поехали. Кубара. Позволите? Признаться, я думал, вы человек слова. Так получилось. Практически против моей воли. Серьезно? Господа, о чем вы? Дело в том, что пан Галецкий заключил со мной определенного рода пари, условия которого не вполне соблюдает. Ну, что за глупости? Магда ждет. Пойдемте за стол. Да, пойдемте, конечно. Сієш. Макдуша, направди не могу венці. Сієш. Так, пане Ірена? С'єст, с'єст. Я помню, ти більше любиш сахарні трубочки. Пані Магдалена. Да. Пані Магдалена, там молодой пан. Ага, какой молодой пан? Говорить, що він Януш Галецький. Я не понимаю. А вы кто? Галецкий Януш Казимирович. Thank you.
О, доброго здоровья. До пятихаток далеко еще? Да далеко уже. Видишь, балку снегом завалило, теперь в кругаляк верст 5, наверное, будет. А вот где-то, куда поставить? Лошадей вон привязывайте к телеге прям. И давайте к огню греться. Проходите. Братцы, место дайте. Ехать надо, товарищ поручик. С Темнецкого. Подождем немного. Опа. Вот тебе и здрасте. И товарищ, и поручик. Это как-то у вас? Был поручик. Был? А, ну если был, то, конечно, уже не считается, да. Так что это, бывший он? Что ж ты его по-старому так кличешь? Слушай, ну для тебя, может, и бывший. А для тебя какой? Ну ладно, ладно, не обижайся, ты чё? Поручики-то они вон, а где все? Видал? Барашкин сказал караул выставить. Ладно, ладно, не боись, приглядим. А этих-то куда? Известно куда. Давай, иди вперед. А, ну ясно. А Барашкин давай, патруль давай, вернется, пошли. Этих допросит и тоже в расход. Вот так-то. Януш? Магда. Матка Боска. Помню, что возила меня в монастырь. И черная Мадонна. А вот это ты помнишь? Я купила тебе эту ладанку у молоденькой монашки. Януш, что происходит? Януш? Ну ты мерзавец. Он не Януш. Нет, он не Януш. А кто он? Разрешите представить, Михаил Останин. Большевик. Любить и жаловать не прошу. Антихриста нельзя любить, да, Магда? Он комиссар, который убивает людей? Тебя-то никто не расстрелял. Выйдем. Давайте сюда, сюда. Заходите. Накрывай, кладите. Он грязный, батюшка. А, ничего, ничего. Иисуса с Христа снимали. Не заморались. И куда же его? В грудь. О, одежу, одежу долой снимите. Не дай бог заглянут, убьют. Даст Господь Бог, матушка выходит. Она у нас в увечьях ведает. А как зовут его? Это я к тому, если Господь призовет. Он католик. Господу не важно. Януш он. Януш Галецкий, батюшка. Иоанн, значит. Тихо, тихо, сынок. Вы кто? Скажи, сынок. Батюшка, спасите его. Все в руках Божьих. Не брать. Не ожидал. Сколько раз я представлял себе эту встречу. Чтобы в родовом гнезде. А что, товарищ Останин, надоело вам у красных, да? Вы себя там все разрушили до основания, теперь здесь хотите все изгадить. А что ты фуражечку не одел с красной звездочкой-то, а? Большевицкий шпион Януш Галецкий. Остроумно.
Имя свое опозорил. Теперь мое. Я был уверен, что тебя убили. А меня убили. Меня раз пять убили. И все пять раз насмерть. И первый раз ты. Вообще-то я тебя спас. Да нет, дружок. Я все там за хлебом. Во враге. Вместе с капитаном Антипенко. Полковником Проскуриным и с остальными ребятами. Я мертвый! Ты это-то понимаешь? Еще раз я тебя здесь увижу или в городе, сдам в контрразведку. Убирайся. Значит, вы с детства дружили? Нет. Мы не просто дружили. Мы как братья были. Поэтому это не просто предательство. На нем печать Каинова. Вы думаете, он шпион? А что тут думать-то? Если бы я мог, я бы его убил. Ведь он же вас спас. А я его об этом не просил. Я когда ходить смог, там же линия фронта, она к югу передвинулась. Я сразу на хутор пошел. Нашел оврага там. Они их как стрельнули, они их так и бросили. Они даже их не закопали. Так снежком прошло. Я стал туда ходить. Каждый день ходил с заступом. Земля мерзла, как камень. Месяц долбил, наверное. Похоронил? Всех. А Сталин всех предал. Всех себя, Россию, отца, всех своих дедов и прадедов, и дружбу нашу. И как мне с этим Пока мы одни, я хочу засвидетельствовать, что крайне рад вашему появлению здесь и нашему с вами знакомству. Я хочу, чтобы вы правильно понимали мое положение в этом доме. Я жених пана Ирена. Поздравляю. Благодарю. Вы производите впечатление достойного человека. Надеюсь, что это так. Но дело в том, что когда здесь появился этот мерзавец, он не просто присвоил ваше имя. Он намеревался завладеть и всем прочим. Имением,
И не только. Ирина очень впечатлительна. Все эти его романтические россказни, вся эта наглая ложь про белое воинство, борьба с большевиками. Она разумная девушка. Но даже я стал всерьез беспокоиться. Так что своим появлением вы спасаете не только ее, но и меня. Господин Павлович, вы меня извините, но сейчас я хочу попутать. Да, я понимаю. Да аукнулась. Уже аукнулась, так аукнулась. Говорили же вам тогда, не надо встревать. Говорили. Раз по разные стороны встретились, значит, все. У него своя судьба, у вас своя дорожка. Хорошо, наши тогда не прознали, что это мы его утащили. А выходит, лучше прознали. Не бубни. Не бубни. Что он вам сказал? Встретимся, не прощу. Вот. Встретились. Я вам так скажу. Раз по вашей милости его тогда не шлепнули, значит, сейчас самое время. Потом поздно будет. Тогда спасли. А теперь шлепнем. А вас никто не просит. Без вас управимся. Главное, в город его не допустить. У дороги нужно засесть. Я завтра к утру отправлюсь. Нет. Почему нет? Никуда ты не поедешь. Вы мне командир, как и были. Но так не пойдет. Вам дело доверили. А вы все гробите. Да он же прямиком к Ромовскому побежит или к полковнику вашему. Такое допустить? Не пойдет. С чего это не пойдет? Не должен пойти. Да почему не должен? С чего вы так уверены? Да ни в чем я не уверен. Но убивать его мы не будем. А что будем? Думать. Терпи, борцам не больно, борцам приятно. Сашок, ноги уперли, держи, держи. Касается? Где касается? Не касается. Ну, вон же лопатки касаются. Где касается, тут собака пролезет. Давай, 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 давай. А ты кисель на себя его. На себя и бросай. Слабаки. Ничья, Тимофей Федорович. В борьбе ничьей не бывает. Тимофей Федорович, от француза заставы прискакали. А? Дуйте сопелки умываться. Потом чай будем пить. Доигрался. Кипит твое молоко. Он же говорил, что Галецкий мертв. Да он тут много чего говорил. Даже если тот живой оказался, так он и жжё должен мертв. А француз пишет, наш не кует, не мелет. Вот беда-то, беда. Он же нам так со своим дружком все дело завалит. Напиши французу поляка убрать. Давай, 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 давай. Ну вот как этим господам верить? Что я думаю, пана Ирена? Не послать ли Адама к полицмейстеру? Зачем? Слыхали же? Он комиссар. Магда, вы только вчера меня за него сватали. Разве ж я могла знать, когда он честным человеком прикидывался? Право слово. Пошлю Адама. Нет. Нет. Я сперва должна сама с ним поговорить. Не о чем вам разговаривать.
Завгалецкого нужно убирать. Он что, не понимает? Немедленно убирать. Он не хочет. Что? Не хочет он. Ну, вы-то понимаете? Он же нас всех закопает. Понимаете или нет? Я-то понимаю. Может закопать. Но он думает, что тот не выдаст. Да он завтра же пойдет в контрразведку. Вас возьмут и черт с вами. А у меня, пардон, другие планы. Ну? Ну? Когда? Сегодня уже не выйдет. Завтра. Я приеду к завтраку. Предложу им проехаться верхом. Поедем по дороге на Ружан. Там хорошее место, частенько пошаливают. Стреляйте хорошо. А я тут при чем? Да я-то мог бы и сам с удовольствием. Вас только, боюсь, к завтраку не пригласят. Почему вы считаете, что он, даже если он стал, даже если он перешел на сторону большевиков, ведь вы же тоже его раньше любили. Почему вы считаете, что он так изменился? А потому что я знаю, потому что имел удовольствие общаться с такими, как он. Только мы с ними долго не разговаривали. Почему? Потому что это гражданская война. И упаси вас Господь узнать все ее подробности. Я понимаю, если бы его мобилизовали, я понимаю, если бы его заставили, но добровольно. Может быть, у него были на это причины? Были причины? Украсть мою жизнь, прошлое, имя. Теперь видно еще и будущее. На это у него тоже были причины. Ему остается просто на вас жениться и ставки его. Вы так говорите, как будто я в этом виновата. Это такое несчастье. Я не знаю, как это могло произойти. И я совсем не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Все было бы намного проще, моя маленькая принцесса, если бы не одно обстоятельство. Я бы даже его назвал досадной мелочью. Я действительно обязан ему жизнью. И этого не отменить. Пойдемте там. Мне надо ехать. Чего? Опоздали. Уже уехал. В город. Сволочь. Черт, он же теперь прямиком в контрразведку пойдет. Никуда он не пойдет. Ты откуда знаешь? Знаю. Ты куда? Оружие спрятал. Господа офицеры! Господа! Вы ко мне, молодой человек? Желают представиться. Он только что из Советов. Я слушаю вас. Имею честь доложить. Хотел просить ваше превосходительство о зачислении в корпус. Ваше имя? Милостивый государь, я к вам обращаюсь.
Виноват. Капитан Антипов, Черниговский пехотный полк. Служил под командованием полковника Румянцева. Я сейчас занят. Часа через два я смогу с вами поговорить. Руки! Караул арестовать! Ротмистр, что это значит? Ваше предсказательство, я лично знал капитана Антипова. Это не он. Увести его. Петр Иванович, я хочу, чтобы вы лично выяснили, с какой целью сюда прибыл этот молодой человек. Слушаюсь. Господа, прошу вас. Я поеду к пану ротмистру. Давно хотел посмотреть, как он работает с пирнами. Не желаете со мной? Благодарю вас. Но я не любитель подобных зрелищ. Галецкого только что взяли в штабе. Точно? При мне взяли, Вася. Я же говорил, нужно было сразу его убирать. Погодите, погодите. А за что же его, а? Он же настоящий беляк. Не такой, как вы. Вас пошел сдавать. В том-то и дело. Он меня не выдал. Мог, но не выдал. Признался другим именем. А теперь его держат в подвале и допрашивают. Ну, если допрашивают, значит, выдаст. Не выдаст. Не сразу, но выдаст. Он мой друг, Вася. И что делать? Да не знаю я, что делать. Но из подвала его не вытащишь. Желаете продолжить? Скажите правду, и все закончится. Я уже вам сказал правду. Я не служу у красных. Я офицер. Воевал в 3-м Донском корпусе. Там же, где Антипов? Совершенно верно, он погиб. Почему вы не скажете свое настоящее имя? Зачем этот маскарад? Так получилось. На это есть свои причины. Не сомневаюсь. В таком случае вы не оставляете мне выбора. У меня тоже есть причина знать правду. Сомлел, ваше благородие. Аккуратнее нужно. Виноват. А что, как он мне скажет? Скажет. Будьте благонадежны. Я в лагерь. Очухается по работе как следует. Будет молчать, к вечеру доставишь в Лиски. Там его серьезнее пораспрашиваю. Чего ты взял, что его на Лиски повезу? Секунду сказал. Они точно здесь проедут? Весь здесь. Дорога на Лиски одна. Откуда вообще взялся твой друг-то? С того света. Ты красный, что ли? Да белый он, Степа, белый. Офицер. Офицер? Заканчивай трепать. Приготовьтесь, слушай. На, держи. Че это? Лицо закроем, чтобы потом не опознали. Тихо. Вон они. Пошли. Давай.
Кто это? Бросайте оружие! Вы нам не нужны! Зачем стрелял, он же сдавался! Сами знаете, зачем! Давай! Тихо-тихо-тихо! Спокойно! Все! Черт! Опять, получается, идти должен, а? Думал, в расчете, а ты опять... Дурак ты! Давай, 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 бегом! Давайте, давайте, шустрее, уходим! Интересная жизнь бывает у молодых людей. Такая интересная, что, слава богу, ребра целые. И где он так побился? Упал, паня Цыпкис. Упал? Конечно же, упал. И много раз кряду. Я думаю, раз пять. А потом били ногами. Все. Благодарю вас. И много вами доволен. Ну, все. Да, ему сейчас надо полежать, отдохнуть. Угу. Да, пускай полежит. Он не так умирает, как не должен бегать. Угу. Да, и приготовьте ему что-нибудь такое деликатненькое, вкусненькое. Да, и дайте трошечки водочки. Может, на почках? Я делаю на почках. На почках? То баджи добже. Молодой человек, в следующий раз, когда ваш друг будет падать, проследите, чтобы потом его не били нога. Я учту. Ноября 18-го. Добрался до Петербурга, пришел домой, а там какие-то рожи. Потом, после убийства Урицкого, я узнал, что отца увезли на Гороховую, там он смерть принял. Мама через месяц умерла. Ну, ты же знаешь, у нее легкие. Твои-то как, живы? Живы. Маму год назад видел, а отец, ты представляешь, даже не вышел. Так и сидел в кабинете, пока я не ушел. Кажется, так угораздило-то. Не угораздило, я сам. Еще на фронте. И что, в большевики записался? Да, записался. Вот вместе с Цимбалом и записался. Ты его сегодня видел. Бывший ординарец мой. А ты знаешь, я записался и не жалею. Ну да. Твои же родители, они не убивали. А если бы? Не знаю. Знаешь, Мишка, ты честно вспоминал. Я тоже. Ты же знаешь, у меня больше нет никого. Наверное, поэтому я тебя не выдал. Хотел, но не смог. Слушай, а зачем ты мое имя взял? Если бы я знал, что ты жив, я бы никогда это не сделал.
А ты думал, я мертв? Я не подумал, я знал. Ну что, занимаетесь легендой? Вы ведь выросли в Варшаве. Польский, конечно, знаете. Можем вы пыльно написать. А. Здесь офицеры, погибшие на юге. Вот посмотрите вот этого. Поляк в Ростове дезертировал. Примкнул к банде налетчиков. Убит во время облавы. Это, видно, детская фотография. Галецкий. Это не Галецкий. Это я. Интересно. Рассказывайте. Я бы тебя здесь оставил. Но в ставках безопаснее. В городе тебе появляться нельзя. Дай помогу. Я вообще не понимаю, что здесь делать. А, тихо, тихо, тихо. Тебе нужно исчезнуть на время. Оклемаешься, отправлю тебя в Германию. Только здесь все закончится, вернешься обратно под своей фамилией. Угу. Ай, дай его сюда. Прости. У меня денег нет. Я поэтому в корпус и собрался. Какое-никакое жалование. Деньги есть. Поехали. Магда, наверное, волнуется. Думаю, что ты меня где-нибудь подкараулил. И пришел. Тебе надо срочно уехать. Документы я тебе достану. Ладно, давай. Что ты делаешь, Адам? Что случилось? Матка Боска. Что с тобой? Матус, все хорошо, все нормально. Живой. Убили. Живой. Все хорошо. Все хорошо, живой. Ты не смотри на меня, принцесса, как на призрака. Хотя в этом доме я действительно призрак. Guten Abend, Herr Galecki. Извините, пан Циммерман, но у меня, к сожалению, нет времени. Я знаю, что у вас нет времени. Я еще кое-что знаю. Я знаю, вы есть шпион. Ну, хорошо, проходите. Halt! Halt!
О, гуд. Очень хорошо. Я это беру с собой. К сожалению, я не могу его вам отдать. Не делать резких движений. Сядь. Я же не сказал, что я беру это все насовсем. Я это микрофильмирую, сделаю копии. Германия должна учитывать свой интерес в этой компании. Пан Николай, а Ирены нет. Целую руки, пани Магдалена. А пан Ирена уехала. Уехала? В костел. Помолиться о здравии пан Ерошин. Он что же, заболел? Нет, ничего. Ее молитвами поправится. Дай бог. Она ведь ставки ему вернуть решила. Вот как. Так и заявила. Хочу говорить, чтобы все по справедливости стало. Мне чужого не нужно. Бог ее за это не оставит. Вы что же, не дождетесь ее? Нет времени. Мой поклон пане Ирене. Обязательно передам. Значит, у меня нет выхода. Именно так. Сколько? Вас. Я привык работать за деньги. Я должен вам платить. Я обязан вам платить. Вы у меня в руках. Герр Циммерман. Но я готов. Ну хорошо, вы меня уговорили. Кстати, пан Циммерман, а вы в курсе, что к фрау Матильде наведуется полковник Секунды? Не может быть, я бы знал. Тем не менее, это так. Вот если бы вы сделали снимки... Снимки? Ну да, снимки. Высокохудожественно, так как вы это умеете делать. Тогда бы полковник был в ваших руках. Понимаете, о чем я? Понимаю. Понимаю, снимки. Но как? Как это сделать? Не знаю. Подумайте. Фрау Матильда ведь ваша соотечественница, так? Я. Неужели ей безразлична судьба Великой Германии? Я. Натюрли. Это вы меня так угробите. Скажите, вы не знаете, почему все хотят моей смерти? Ничего подобного. Вам нужно тренироваться. Так вы быстрее поправитесь. Ну, давайте продолжим. Давайте, только вот пусть он меня сменит. Я хотел тебе все рассказать. Что? Что ты обманщик? Что ты ворвался сюда, как вор? А я что? Чтобы я тебе ответила? Как ты мог со мной так поступить? Ты права. Я не должен был, я просто не думал. А то, что ты большевик, ты бы мне тоже сказал? Или под венцом ты бы стоял, как вор? Не говори так. Это неправда. Если ты входил в твой план. Господи, как подло.
подло. Зачем ты приехал? Я виноват. Виноват страшно, может быть, даже непоправимо я. Я сейчас не пытаюсь оправдываться. Просто хочу объяснить. В том числе и себе. Я не знаю, что мне делать и как мне дальше быть. Но я люблю тебя. Приятная неожиданность. Замолчите, следуйте за мной. Я очень разочарован, фрау Матильда. Очень. Что случилось? Я сомневаюсь, немка ли вы. Вы меня пугаете. Что? Ну, вы же знаете, я всегда, любое слово, я всегда. Вы оказываете услуги не мне. Вы служите Германии. Почему вы скрыли от меня? Да что я скрыла, Герр Циммерман? Вы же знаете, что я всегда обо всем, что девочкам скажут клиенты, я всегда вам. Полковник, секунда. Что? Почему вы мне не доложили, что к вам ходит полковник Секунда? Я жду объяснений. Я не смогла. Он запугал меня, я не смогла. Я умоляю вас, простите меня. Он очень, очень опасный. Герр Циммерман, я тоже очень опасный человек. Как часто он ходит? Не часто, один раз в неделю. Кому? К кому, я спрашиваю? К Брунхильде. К Брунхильде? Как ты понимаешь, самое главное — добраться до Вильна. Там обратишься по этому адресу. Запомнил? Запомню. Человека зовут Анджей. Поможет с документами. Сядешь в поезд, доберешься до Вильна. Как только устроишься, напишешь Ирине телеграммой. Да. Опускаюсь все ниже и ниже. Бегу от своих с помощью большевистского подполья. Даже смешно. К тому же с помощью большевистских денег. Мишель! По поводу принцессы не переживай. Когда не любят, так не мучаются. Думаешь? Я как долго.
ездит и ездит. Ездит. И чего ездит? Самое несчастье от него. Да он не к нам приехал. К Янушу попрощаться. С кем попрощаться? Януш уезжает сегодня в ночь. Куда уезжает? Зачем это? Пани Магда, так нужно. Он должен уехать. Зачем? Кто тут должен уехать? Надеюсь, не мне? Януш уезжает сегодня ночью. Пани Магдалена. Да, однако. Это новое слово в шпионаже. Скрытая фотографическая съемка. Большая перспектива. Но фотографическая съемка с девочками — это... Вы представляете? А если оборудовать аппаратами все бордели Лондона, Берлина, Парижа, везде, это ж можно перевернуть мир. У вас грандиозное воображение, герц Циммерман. О, дамки, оставьте это себе. И поработайте с оберстом, с полковником. Анна, сказать тише. Голова. Анна Магдалена! Что тебе, Адам? Там Войчих мертвого привез. Бог с тобой, что ты говоришь? А? Какого мертвого? Я не знаю. В карьере, знаешь ли, мертвого, але убитого. Может, кого по полицию послать? О, Боже. Ай-яй. Магда. Януш. Мой Януш. Это он его погубил. Магда. Тот злодей моего Януша. Магда, он не мог. Мог. Погодите. Он и нас убьет. Thank you.
Там их человек 15, а может быть и 20. Народ тертый и отчаянный. Мамонт там кое с кем познакомился. Да, народ фартовый. Да, жалко, что они... Жалко? Что ты их не прибил на месте? Узнал бы, прибил. Не считая жмудя, две огранды было, это как? А я? Меня ж с хлопцами на переправе накрыли. Все побросали. Носки все. Хорошо, нынче, целыми ушли. И главное, знаешь все. Кто, шо, когда. Говоришь, главный над ними, типа ксенза? У черта он ксенз. Чивин им пророчит, где засесть. Не он, Врубель. Жмуть казал, что кто-то из наших. Это он им показывает, то и как ходить. Як так, из наших? Вот так. Ну, я так кажу. З рамку поднимаемся. А покуда никто никуда не йде. Тут ночуемо. А мы? Я же казал, никто никуда. И чтоб никто никому. Ну, а если Богу будет угодно, то мы у тих монахов спытаем, кто им на нас спывает. Так? Так, да, так. Наливай. Номиле Падре, эт Филио, эт Спиритум Санти, Туум. Амен. Сбываются сроки, и час близится. Молитесь о погибели царства Люциферова, да по молитвам избудется. Амен. Ступайте, дети мои. Сладкий в этот раз. Да. Ступайте, ступайте! Ты мне творожка в следующий раз принеси, хорошо? Хорошо. Корзину эту в келью ко мне отнесешь. Да помой спиток. Ну и что же вас так скоро привело в нашу смиренную обитель, дети мои? Неужто грехи ваши взывают к покаянию? Не желаете, кстати, исповедаться? Я беру недорого. Руку убери. Грехи обождут, святой отец. Мы по мирскому делу. Можно и по мирскому, если дело веселое. На, вот пробуй. Сладкие. Отобедаем, чем Бог послал. За трапезой и обсудим. Широко гуляют турки. Саш, дай глянуть. Что же это за дело такое срочное, что даже не дали передохнуть? Не знаю. Меня направили сюда, завтра приедет казначей и даст вам точную задачу.
Послушайте, Галецкий, а не надоело школяром быть? Задачки чужие исполнять. А вам? А мы скоро на каникулы, это куколка. Давно пора. Уже по селам всякое болтают. Люди не слепые. Успокойся, давай. Ну-ка. Шумновато у нас, конечно, не скрою. Грех-то, признаю. Ну, а что с них еще возьмешь, с босиков-то? Как вам вообще это все в голову-то пришло? Да то божий промысел, сын мой. Ну что? Зараз темно станет. А посмотри кругом, что там как. Понял? Юзек! Давай, пошли! А ты, Стефан, давай к нам. Ты сам батишь, як. Пожалуйста. Пьем, гуляем, бьют, помираем. Да вы Богу не боитесь. А мы никого не боимся. Правда, Ганочка? Так что от тебя цветы и угодники я намерен прикрыть. И дело, по которому вас ко мне прислали, это я еще посмотрю, братцы или нет. Я же ведь господам белогвардейцам ничем лично не обязан. У нас отношения исключительно коммерческие. А куда же вы отсюда? В Америку. Почему в Америку? Потому что сволочь и дурак. Злится, хочет меня на себе женить. Зря я, что ли, на тебя молодость потратила. Купили бы дом, жили. Денег на 100 лет хватит. Мне нельзя жениться, фасульчика. На мне чин монашеский. Черт тебе на том свете весь язык булавками исколют. Не говоря про остальное и прочее. О, ну фу. Становишься скучным. Куколка. Будешь так себя вести, никогда, никуда с собой тебя не возьму. Кусается? В Америку, Галецкий, в Америку. Там сейчас вся жизнь. Вот смотри. Это, Галецкий, Нью-Йорк. Город желтого дьявола. Кругом сплошные небоскребы. Подземная железная дорога. И там у них еще такая улица есть, самое главное, Бродвей называется. Так 40 голых баб в одних туфлях танцуют квикстеп Аргентина. А? А ты говоришь, жениться. Скучнейшие большевики отменили сухой закон. А американцы, они ж прогрессивные. Ты знаешь, сколько бутлегеры зарабатывают на контрабанде алкоголь? Бешеные деньги. Мальчишки на первый заработанный доллар покупают автомат Томпсона. Видел ее, кстати, как-то в Дансе, лихая машинка. В Европе до такого не додумались. Черт. Я хочу туда. Я там буду. Простите, а такая мелочь, как электрический стул, вас не беспокоит? Бог с вами. Если я смог выжить в этих мерзких краях чудовищное время, бросьте. А то, может, айда к нам. Вы человек рисковый, мне нравитесь. Сразу видно, вы не по политической части, хотя я офицер в прошлом. Благодарю вас за предложение, но у меня другие планы. Не за что. Близну с собой возьму. Таких специалистов в Америке не густо. Смотри-ка.
Заломает он сейчас вашего. Давай, Стефан! Удиви его! Ну, а я что говорил? С Близдой никто не совладает. А я медведь! Батька, к вам, брат. Пусть обождет. Я вынужден извиниться, срочное дело. Я на левой шкворим пальцем. Ну. Давай. А куда он делся? Может, сюда пошел? Гость к нашему падре. Здравствуй, братец. Все хоронишься. Не надо, чтобы твои меня видели. Приготовил? Угу. А хоть бы и видели, толку-то. Все равно скоро съезжаю. Не скоро. Что так? Все, королевну не можешь свою окрутить? Плюнь ты на нее, Коля. За неделю не уломаю. Блин. Проводи. Эти здесь откуда? Пора и на покой. Все, па. Ага. Давай, что ли? Пуск вас проводит, ваш Келли. Послушайте. А не хотите увидеть нечто необыкновенное? Что именно? Сердце монастыря. А? Прием. Прошу.
Вот оно. Сердце. Что скажете? Здесь покоятся святые останки тех, кто молился за таких, как мы с вами, грешников. И 100, и 300 лет назад. А в этих стенах покоятся мои предшественники. Настоятели сей святой обители. Правда, пришлось их немножко потеснить. Это когда мои дурни монахов убили. Мы прямо здесь их и похоронили. Бедняги. Они даже ими не мечтали быть упокоенными со столь почтенными соседями. Мне, грешному, к сожалению, эта роскошь не грозит. А вот вас я к ним с удовольствием пристрою. Руки! Ведь вы и безбожники. Может, они ворота вовсе не откроют. Надо идти Злотой. Только вы не с нами. Как так-то, пан Злотый? Они же батьку закололи. Вы не с нами. Сховайтесь у ворот. Когда мы на них надавим, они к воротам побегут. А там вы их встретите. Вот и рассчитаетесь. Зажмут тебя батьку своего. Ну, где там вас показывай? Идемте за мной. Бедный Йорик. Вот тут были губы, которые я целовал так часто. Но и где теперь твои остроты, шутки, песни, порывы веселья, заставляющие смеяться весь стол? Ничего не осталось. Чего? Грустно. Кстати, в молодости я выступал на сцене. Между прочим, имел большой успех. Мог бы выйти в приличные тратики. Начинай. Покаяться, сын мой. Идиот. Завтра будете отвечать перед казначеем. Я? Что ты, сын мой? Я отвечаю только перед Всевышним. А вот вам придется перед казначеем. Может, еще не знаешь, что вы на красных работаете? Что ты несешь, да? Каких красных? Вы что, здесь вообще что все перепились, а? Я говорю, скажи ты ему, а? Да! Ух ты! Сука, убью тебя! Убьешь, убьешь! Посекай зараз! А я так понимаю, для вас это тоже сюрприз, да? Кто? Легается? Да! 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 Взяли тех? Да взяли. Батька зараз питает. Поспать не дали, подлюки. Ну, наливай, выпьем. Oh.
нас тут всяко разного инструмента завалялось, которым братья в старые времена еретиков в веру обращало. Даже где-то есть испанский сапог. Ну, да ладно, с ним возиться долго. Поэтому мы, наверное, просто обычной кочергой обойдемся. Да, брат Близн? Да, брать. Ну и готовь, как умеешь. Послушайте, а у меня такое ощущение, что казначей завтра вовсе и не явится. Я тебя убью. Да что ж вы все заладили, убью да убью. Это грех, сын мой. А может, он вас вовсе и не присылал ко мне? Тогда зачем вы здесь? Зачем? Вы бы рассказали все ей Богу. Расскажете. А мы вас тогда утром повесим. Без мук, чинно, благородно. Обещаю. Всех бьему. Живых нам не треба. Так, Злотый? Того зроби. Ого! Это еще что за сюрприз? Ну-ка быстро все наверх, близко караулят! Вернулся от нас. Уходим. Куда? Преисподня. А Близна? Надо его позвать. Зовись хоть.
Вовремя вы, пан Злот. Вас же не дочекаешься. Че, откройте ворота, чини. Уж лучше мы сами. Казак, оба-то взяли? Не, не видел его. Там за каморой вход в подземлю. Но они туда, но я потом за ними. Но там темень, земля сыплется. Ну, забоялся я дальше идти. Старый ход, видно, давно рыли. Жалко, что ушли. У Абата гость был. Узнать бы кто. Вот с их испытаем. Так я и не пускаю на такую достойную панну. Прошу, панна. Пан Галецкий, скажу я, такой приличный молодой человек и такой воспитанный и красавчик. Допустим, я интересуюсь, кем такая панна приходится пану Янушу, чтобы так интересоваться? Я его знакомая. Я ж так и думала. Присаживайтесь хоть на кресло. Я только записку напишу. Я принесу папир и чернила. Спасибо. Муаровым узором. Как раз для такого случая. Я купила, когда ездила до тети в Лодзь. Вы на нем все напишете, и он... порадуется. Странно. Что? Могу я видеть госпожу Белинскую? Она уехала. Совсем уехала. Уехала. А господин Галецкий? Он здесь? Прошу за мной.
газеты, газеты, покупайте дальше. Газеты, газеты, свежие газеты. Газеты, газеты, свежие газеты, покупайте. Газеты, газеты, покупайте. Газеты, газеты, покупайте. Сию секунду, господа. Вы? Здравствуйте. А что вы так на меня смотрите, как будто увидели мертвеца? Мертвеца? Вы шутник. Простите. Просто тяжелая ночь удалась. Я не сомневаюсь. Признаться, вы меня удивили. Не думал, что решитесь на такое. То есть вы уже знаете про монастырь? Цимбал вам все рассказал? Какой монастырь? При чем здесь Цимбал? Я лично присутствовал на похоронах. О чем вы, Николай Дмитриевич? На каких еще похоронах? На похоронах Януша Галецкого, вашего друга, которого вы застрелили. Что вы несете? С практической точки зрения вы поступили очень верно. Устранили опасную помеху. Вот только, боюсь, Ирина вашу рациональность не оценила. Слушайте, я не очень понимаю. Послушайте. Ну уж передо мной это не надо Достоевского разводить. Вы-с. Вы-с и убили-с. Куда они уехали, Адам? Мне не докладывали. А знал бы, не сказал. Как схоронили пана Януша, так и уехали. Мне велели за домом глядеть. Вы бы тоже того ехали. Грех это. Нечто можно сперва такое натворить, а потом на могилке любоваться. Бог такого не потерпит. Сейчас. Думаю, той же ночью ушел к Красным. Полиция пока бездействует, но рано или поздно им донесут об убийстве, и они начнут вас искать. Слава богу, никто не знает, что вы здесь. Я купил эту дачу совсем недавно, а ее существование никому не известно. Спасибо вам большое. Я думаю, нам нужно уехать, как я и хотела, в Варшаву, к тете. Ирина. Неужели после всего этого кошмара вы так и не поняли, кто вам друг? Конечно, нужно уехать. Но не в Варшаву. Вас там точно отыщут, особенно если узнают, что останется агент большевиков. Да, вам ничего не грозит, но будут допросы. Унизительные. Я уже не смогу вас от этого защитить. Пусть. Если ничего сделать нельзя. Ирина, можно и нужно вспомнить.
Закройте наши планы. Едемте со мной. Я почти закончил здесь свои дела. Едемте, хотите в Италию, во Францию. Мне все равно. Вы не пожалеете. Клянусь, вы не пожалеете. Ирина. Николай. Николай Дмитриевич. Простите меня за все. Но это невозможно. Я до сих пор не верю, что это мог сделать он. Даже после того, как нашли эту ладанку, он был в комнате. Перестаньте себя обманывать. Останин чекист. А чекист значит убийца. Стойте! Да стойте ж! Нате! Я не хотел отдавать. Она приказала. Я не хотел. Нате! Поехали. Вчера были на вашей могиле. Пана полковника очень огорчила ваша смерть. Он будет рад, что вы воскресли. Остается спросить, кто же вы такой? Молчите. Зря. Если применить элементарную логику, все и так ясно. Явились накануне известных событий из Савдепи. Под чужим именем. Имею прекрасную легенду, значит, вас хорошо готовили, эффектно вступили в контакт. А когда появился тот, за кого вы себя выдали, вы его убили. Кто же вы? Ответ. Большевистский шпион. Увести. Не спешите. Продолжим беседу у меня в подвале. Пан Ангел умеет допрашивать не хуже, чем Костоломы от мистера Сычева. Я говорю вам, не спешите. А то вы наделаете глупости, о которых даже пожалеть не успеете. Вы меня угрожаете, а? Я вас предупреждаю. Пан полковник, если вы не законченный идиот, мы с вами поговорим наедине. Это в ваших же интересах. Зайди. Освободите мне руки. Пан полковник, я очень сильно устал. И либо вы снимаете с меня наручники, мы с вами говорим наедине, либо мы едем к вам в подвал. Слушаю вас. Это не надо слушать, как говорит паня Цыпкис. Это надо видеть, пан полковник.
Пани Магда, зачем вы встали? Не могу я спать. А засыпая его, вижу, как он в гробу лежит, красивый такой, как королевич. Я Богу молилась за упокой его души, юношу моего. Оттого я прокляла. Старым проклятием, каким еще бабка моя проклинала. Да не спошлет Господь на него глад и жажду, гнев и муки и напасти злых ангелов, пока не попадет он в глубины ада, где вечный мрак, неистовый огонь, вечный дым, печаль без удаления изо дня в день. Растет всяческое зло. Господь с вами? Не со мной, раз так поразил меня на старости. Кто вы, что вам нужно? Вы несчастные странники, нуждающиеся в пище и ночлеге. А вы? Не вы ли пана Белинская? Очаровательная невеста моего брата. Вы брат Николая Дмитриевича? Конечно, откройте! А ну заходите, конечно. Я его кузен. Имею честь представиться. Алоизий Кнышевич. Позвольте отрекомендовать. Моя невеста пани Гражина. А это мой верный слуга. Богдан? Не жаль, прошу вас о ночлеге. Хорошо. Ну, садитесь. Вы... Что же с вами приключилось? Несчастье. Огромное несчастье. Очаровательная Ирина. Но, если у вас остался от ужина кусок холодного мяса и бокал ярко-красного вина, я вам с удовольствием поведаю о наших злоключениях. Да, конечно. Конечно, пойдем, Магда. Да. Да черт, Лойс. Чего ты погнашь? Проходи. Эти картинки чепуха. Ну чем таким страшным они вам грозят? Ну да, репутация у вас будет погублена. Имя опозоренное. Я думаю, что даже и со службы вас выгонят. Среди офицеров генштаба не приняты такие развлечения. Но это даже не самое главное. Все намного сложнее. Пан полковник. Настоящий кошмар, пан полковник. Начнется, если кто-нибудь узнает, что вы взяли к себе на службу большевистского шпиона. Мобилизационный план, который сейчас находится в штабе Ромовского, это фальшивка. С первой страницы до последней. Это тщательно спланированная операция иностранного отдела ОГПУ. Ну и как? Вы доложите об этом господину графу? Я сомневаюсь. Но и это не самое главное. Документы из моего сейфа. Да, они находятся в Минске. Их тщательно изучают и принимают меры. Вы об этом тоже доложите его светлости и генералу? Знаете, я думаю, что вас не расстреляют, нет. Вас повесят. Все такое это выбери моей жены. Нет. И я вам об этом уже говорил. Знаете, мы можем работать дальше. Вы нужны мне, я нужен вам. Я надеюсь, вы не собираетесь меня убивать. Вы же понимаете, в этой игре ставки равны. Моя жизнь против вашей.
А так что, в подвал? Раз нет, пан полковник, я прошу вас уйти. Я очень сильно устал. Я уже собиралась спать. Нам нужно поговорить. Но не в это время суток. Я устала. Я не отниму у вас много времени.